Первая авария произошла около 9 часов утра на недавно отремонтированном перекрестке улиц Сахарова и Пушкина напротив детского сада «Родничок». Мать одного из детсадовцев оставила свой автомобиль припаркованному ограждению. И пока она переодевала своего ребенка, случилась авария. Сработала сигнализация через несколько минут, когда ребенка отдала в детский сад. Вернулась, обнаружила, что мой автомобиль находится в разбитом состоянии. Спереди и сзади случилось ДТП. Мужчина, виновник ДТП, остался на месте, уже вызвал ГАИ. Двигаясь по улице Пушкина, водитель Ниссана стал поворачивать на улицу Сахарова и не справился с управлением. Аварии избежать не удалось. В результате ДТП пострадали не только «Шкода», получившая повреждения как спереди и сзади, но и находившаяся на парковке «Четверка». У нее разбита задняя часть кузова. Через пару часов еще одна авария произошла уже на перекрестке улиц Виноградова и Осипенко. «Лада Ларгус», двигаясь по Виноградова, получила удар в бок от водителя ВАЗ-2115. Произошло столкновение этих двух автомобилей. Впоследствии от удара «Лада Ларгус» столкнулась еще с одним автомобилем «Шевроле Ланос», который ожидал выезда со второстепенной дороги на улицу Виноградова. При проезде перекрестков необходимо соблюдать правила проезда перекрестков, то есть уступать дорогу автомобилю, движущемуся по главной дороге, так как можете пострадать вы, находящиеся в вашем автомобиле пассажиры. Кроме того, такое нарушение предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей. Максим Дятов, Антон Каев, телеканал «Русский Север».